В Омском государственном университете иностранные студенты активно знакомятся с русскими традициями, историей Омска и его жителями. Проект, объединяя культуры «Омск – мой дом», направлен на адаптацию молодежи к университетскому сообществу и городской среде. О проблеме укрепления межнационального сотрудничества задумалась Валерия Латыпова. Свою идею она представила на региональном молодежном онлайн-форуме «Создавай», где и получила грант от регионального министерства по делам молодежи. Идея зародилась довольно давно. Летом мы ее реализовали в проект. В нашем университете обучается ежегодно более 400 иностранных студентов из разных стран. Это и США, и Эквадор. У нас сейчас на подготовительном отделении студенты из Эквадора, Казахстан, Таджикистан, другие страны. И перед университетом встает проблема адаптации иностранных студентов. В целом проект будет содействовать формированию положительного образа имиджа города Омска среди молодежи и формирование межкультурной среды в университете. Участники проекта – студенты разных курсов, факультетов и стран. Но объединяет их один город. Именно вокруг истории, достопримечательностей и легенд Омска построены мероприятия проекта, одно из которых – квест «Ключи от города». Команды участников обошли самые известные места Омска – скульптуры, памятники, театры, храмы и другие. На каждой станции выполняли задания. Например, прыгали на одной ноге через Тарские ворота – давняя традиция мечей. Совместная прогулка помогла студентам больше узнать о городе и друг о друге. Я студент первого курса магистратуры Омского государственного университета. Я приехал из Таджикистана. Пятый год учусь тут в Омске. Ну, Омск – интересный город. Представители Омского государственного университета приехали к нам в страну и там экзамен провели. И как мы прошли, приехали сюда, в Омск. Хотя я прошел, кроме Омска, в Тюмень и Самару. Ну, хотя тут факультет был интересен, потому что факультет компьютерных наук еще 12 месяцев, там по уровню зарплаты, сами понимаете. Поэтому я решил остаться тут, в Омске. Я здесь всю жизнь жил, здесь родился, ну и пока что в Омске жить и буду. Для иностранных студентов это такой классический тур по центральной части Омска, где мы увидим Тобольские ворота, Успенский собор, далее двинемся к площади Ленина и посмотрим самые главные достопримечательности нашего города. Когда ты один гуляешь, это одни ощущения, когда ты гуляешь с командой, это уже что-то немножко другое. Какое самое любимое ваше место в Омске? Не именно место, а, наверное, улица Ленина. Почему? Ну, потому что мне нравится вот архитектура, которая представлена, скажем так, на этой улице. Люблю такой стиль. О культурных традициях своих стран участники проекта рассказали в онлайн-формате.